Да, я понял. Это вот та улица. И за моими плечами парк номер один, только с другой стороны. Более скромный. А мы вот выходим на парк номер два. Ну, двух моих номераций. Как я говорил, парк номер один это оказался в нижней части парком Тадеуша Мазовецка, а верхний парком совершенно с другим названием. Вот такая вот петрушка с укропом. Да, и вот тут я проходил. Это Бельведерский дворец, где сидит президент Польши, в данном случае Анджей Дуда. И какой по счету после Валенции, валенцам, уже этот социалист вылетел. Ну, этот, уже две каденции был, да, потом Качинский, погибший в авиакатастрофе. Комаровский и вот шестой Дуда. Что ж, мы сейчас ищем одну вещь. В этом парке дорога неровная, потому я постоянно проваливаюсь, когда смотрю вверх и замечаю, ну, так сказать, выбоин. Ну, выбоин нет, но хорошее польское слово, вдолковые проваливаюсь в них. Вот сенат, тут сидит сенат Речь Посполитой Польской. Можно вот, как говорится, сделать ему, запечатлеть. Сенаторы, как и во многих государствах, имеют чисто номинальное значение. Понятно, что это больше пристраивание элит на удобные для них должности. Ну что же, друзок, тут ограждено, чтобы потом ремонтировать. Странная вещь. Очень странная вещь. Вот я уже тут видел эту, с той стороны я фотографировал. Этот памятник некой Халины Николайской. Кто такая Халина Николайская? Авторка штук. Короче, актерка, которая служила на сцене. Меньше обозначить валиде шиска залежего человека. Посвятительная надпись ей или просто цитата из Чеслава Милоша, известного польско-литовского поэта, масона. Вот она умерла в 89 году. Как ни странно, всего лишь 64 года прожила эта актерка. Но судя по тому, что она, ну, член солидарности была и все такое. Но вообще-то странно, что она так быстро умерла. Где же этот?
Я не хочу потом еще раз подниматься по лестнице. К концу недели у меня ограниченные физические возможности. Но мы попробуем. Я хочу спуститься с этой лестницы. Она была огромной. Она просто была великолепна. Вот красивые деревца тянут свои. А с другой стороны, я просто вынужден. Как видим, тут всякие работы строительные. Сейчас мы как бы попробуем найти дорогу. Вот. Как говорится, не каждый день происходят съемки. Вот такое ощущение у меня, что мы выходим на эту, к этой лестнице подходим. И посмотрим на ее описание, ландшафт и на окружающее ее пространство. Да. Учитывая, что тут находится недалеко Бельведер, как я показывал, дворец современного президента, окружающие. О, какое интересное дерево у меня. После нее погрызть сукоров. Сейчас мы на время прерываемся. Мы даже не прерываемся. Мы просто сядем, попробуем снять. Вот такое оригинальное деревце. С облезшей корой, однако на ветнях вверху видно листья, то есть оно не усыхает, еще живо. Но почему оно имеет вот такое вот вот тут